Друзья, всем привет, я Димас, вы на канале Cooks Brother Hooks, и сегодня мы с оператором решили для вас приготовить такое самое интересное простое блюдо, очень доступное всем, опять же, оно на любителя, потому что это блюдо будет из капусты, и капуста будет жареная. Она будет жареная и очень вкусная. Естественно, будем использовать свежую белокочанную капусту, соль. Будем использовать, добавим немножко вкуса. Тут осталось немножко перчика у нас, дробленого, молотого. Перец тоже подойдет. Большое количество нужно будет растительного масла. Немножко добавим тмина. Именно не кумина, не зиры, а именно тмина. Тмин, который добавляют в хлеб. Он очень ароматный. Такие специи найти, в принципе, в магазине достаточно сложно. И многие продавцы еще не разбирается тмин, кумин, особенно азиаты, они вам сразу зиру предоставят. А зира — это не то, это не тмин. Это большая разница. Естественно, будем копчености использовать. Мы будем использовать сегодня копченые колбаски и бекон. В принципе, можно для этого блюда легко использовать любую колбасное изделие. Там сосиски самые дешевые, какие у вас есть там. И либо колбасу копченую, вареную. Любую вообще, любую какую-нибудь вот колбасные изделия подойдут очень хорошо до этого блюда. Чем, мне кажется, дешевле, тем вкуснее. Включаем нашу конфорку и приступим к нарезке нашей капусты. Просто отделяем, чистим, как бы ничего не такого. Лишние корешки удаляем, некрасивую капусту, листья удаляем. И просто шинкуем произвольной формы, может шашечки нарезать, может соломкой, но соломкой удобнее все это будет мешать нам. И просто нарезаете, не надо ничего нам как-то это мудрить, это жареная капуста, самое простое блюдо. И вот очень популярное было в свое время в Советском Союзе, во всех столовых это блюдо ели и всем нравилось. Ставим на максимум, наливаем масло, достаточно много, ждем, когда оно раскалится. Можете сразу все закинуть. Мы подождем, чтобы был эффект у нас поджаристый. Ну, как видите и слышите, у нас масло начинает греться. И мы кидаем нашу капусточку. Можете ее сразу присолить. Она даст влагу. Лишняя влага, чтобы быстрее ушла из нее. И еще добавим масло. Уже появляется запах такой. Поджаривается у нас капусточка. Это очень хорошо. Видите, она уже подгорать начинает. Это вот большой плюс. Она немножко должна прям подгорать, давать вот этот аромат. При желании можете все накрыть крышкой. Мы не будем. У нас ее нет. Ну и пока у нас наша капуста тушится и жарится, мы нарежем наши колбасные изделия. Нарезка произвольная. Мы нарежем вот так. Очень красивые вот эти колбаски. И нарежем наш бекончик. Нарезка тоже произвольная. Можно и вдоль, чтобы помельче разрезать. И так мелко. Как бы копченость у нас много получается, но тем вкуснее получится наша капуста. В процессе жарки добавим немножко тоже перца. Пусть перец отдает свой аромат капусте и вместе обжаривается. Перца много. Охренеть. Ну вот, друзья, наша капусточка уже жарится минут так 10 примерно. И поджарилась такая, какие-то моменты подгорела. Я ее посолил, чуть поперчил. И добавляем наши копчености все вместе сразу. И максимум ставим огня. Сейчас копчености отдадут свой жирок. И будет еще волшебная, вкуснее у нас наша капусточка. Аромат пошел уже по желанию, как бы, если у вас есть возможность, добавьте, если вы любите чеснок немножко, либо добавьте там зелень, если вы тоже как бы желаете. Я ничего не буду добавлять, единственное, мы добавим сейчас вот тмин наш, и все. Он даст такую вот ароматику небольшую.
Вот, буквально 10 зерен нам достаточно будет для этого. Помните их. У кого есть ступа, можете в ступе помять или как бы еще через мельницу пропустить. Он очень ароматный. Чувствуется уже очень сильно. Даже с закопченностями аромат есть мина. И немножко сразу убавим. Копчености схватились наши. И сейчас они будут томиться. Отдадут все соки и ароматы в капусту. В нашем помещении и в нашей студии, где мы работаем, с оператором стоит прекрасный запах, аромат, копчености. Я не советую это блюдо готовить. У нас слишком голодный желудок. Потому что идет слюноотделение большое, и ну, это прикольно, да, вы захотите есть после этого. Копченость съедает свою вот эту изюминку. Ну, в принципе, вот наша капуста готова, мы выключаем ее до полного остывания. Можете накрыть крышкой, можете не накрывать. Ждем буквально 10-15 минут, она у нас постоит, отдохнет немножко и будем пробовать. Что, друзья, настал на этот момент, когда мы будем пробовать это прекрасное блюдо, простое, но очень вкусное и ароматное, ароматное это точно. Тут все в этом аромате, тут всего лишь капуста и копчености, больше тут ничего такого нет. Это просто шикарно, будем пробовать, что у нас получилось. Попробую без копчености сейчас сначала. Они как присутствуют везде. Буду пробовать без них. Простая, но вкусная капуста. Это обалденно. Кто знает, кто готовит такие вещи дома. Это обалденный рецепт. Я всегда готовлю, и мои все знакомые и родственники готовят. Но это обалденная закуска. Ну, по-разному называют. Капуста жареная, солянка. Еще как-то. Она готовится элементарно. И продукты стоят достаточно мало денег. Но оно очень вкусное. Такое блюдо. Это обалденное просто. А если вы еще вкусные копчености купили, добавили сюда с хлебушком, это просто сказка. Реально, простое блюдо, но очень вкусное. Бюджетное. В наше время это прекрасно. Напишите обязательно в комментариях, готовили вы или что-то подобное, или какие-то еще блюда с капустой. Ну, жареные я имею в виду. Видео понравилось кому? Кто первый раз на канале, обязательно подпишитесь, нужна ваша помощь. Мы очень будем рады этой поддержке. С вами был Димас, оператор Антон и наша вся банда. Всем увидимся. Пока-пока.